У родині наших телеканалів на початку наступного року буде поповнення. З 1 лютого своє мовлення розпочне «Футбол-3». Презентація нового телеканалу відбулася сьогодні. А це означає, що глядачі одночасно зможуть переглядати ще більше матчів у прямому ефірі. Із запуском «Футбол-3» у нашому контенті з'являться і нові чемпіонати. Які саме це будуть турніри, дізнаєтесь незабаром. Плановый запуск канала «Футбол-3» намечен на 1 февраля. Соответственно, отталкиваемся от этой даты. Сейчас идут все подготовительные процедуры и юридического характера, и, скажем, подготавливается техническая база, и будет запуск. Собственно, канал «Футбол-3» – это продолжение семейства каналов «Футбол-1» и «Футбол-2». Соответственно, на нем будет в том числе представлен тот футбол, который можно смотреть и на «Футболах-1» и «Футбол-2». Но теперь вот те телеправа, которыми мы обладаем, нам позволяют за счет появления канала «Футбол-3» показать максимально тот контент, который мы можем транслировать. Но в том числе появление канала «Футбол-3» не исключает того, что в ближайшее время мы в том числе объявим подписание еще нескольких лиг, еще несколько футбольных турниров, что еще больше, скажем, сделаем нашего телезрителя счастливее.